Чудесненько, прелестненько. Как настроение, самочувствие? Хорошая норма, все хорошо. Добрый. Норма. Угу. Хорошо. Я рада. У нас, я уже говорила, да, вчера у нас с интернетом проблемы. Поэтому... Не очень всегда хорошо получается. Вчера Галя не смогла даже выйти. Ясно, супругам. Ясно, понятно. Танюш, да, у меня тоже сердце зацепило. Вот, тоже. С чего начнем? Наверное, с того, что желательно, чтобы был огонь. Любая свеча, абсолютно любая. И вода питьевая, не кипяченая. Добрый. И сейчас я познакомлю вас с моим новым каналом. Я, честно говоря, сама от него в шоке, в хорошем шоке, потому что, правда, не ожидала такой мощи. Причем так интересно. Пошла информация очень быстро, и название очень быстро пошло. Марево. Все знаете, да, что такое марево? Это наподобие тумана, но не туман. А он как клубится дымом таким. Вот. Но все его могут видеть по-разному. С работы на больничный отправили. О, здрасте. Чего это у вас там происходит? Добрый. И канал Марьева. Он очень хорошо работает на очищение. Вирусное. Угу. Энергия идет потоком, проникает в каждую клеточку вашего тела. Энергия это земная. Земная. Сначала мне пошло вот именно. Свеча горит, вода стоит, сердце стучит, сердцебиение, да, у меня тоже повышенное. Солнце шпарит, у меня кондиционер работает. Тяжеловато, да. И всегда будьте настроены на любую энергию так, чтобы она провела работу наиболее комфортно для вас. Оранжевая. Ну, Оль, раз ты видишь оранжевую, значит, что там именно вот в этом цвете тебе нужно, по второй чакре. Вот, я ее вижу как туманом белым. На Урале холодно. Ну, скоро, видимо, до нас дойдет. Вот. Сначала она пошла как очищение от финансовых проблем, блоков, препятствий. Те, кто меня не знает, если я молчу, это значит, что я с вами работаю. Ага. Чуть опоздала, не страшно. Энергия проникает полностью в ваше тело, в каждую клеточку, каждый орган, все чакры, все тонкие тела.
И она буквально вытаскивает голова. Угу. Кстати, обратили внимание, да, в последнее время у всех болит голова. Это, как я немножко не договорила, идет перемены очень большие, и, естественно, это в первую очередь отражается на мозге. Вибрации меняются, поэтому нам тяжеловато. Зайдите на мою страницу, посмотрите. Сейчас скажу, как называется видео. Я нашла. Люди молодцы. Не только мы работаем. Сейчас, секундочку. Видеть больше, чем другие. Добрый. Сердце. Угу. Чистка идет, ну вообще, ну просто обалденная. Это знаете, когда я начала заниматься космоэнергетикой, вот там энергии работали очень мощно. Настолько, что даже тяжеловато было. Вот. Поэтому в комфортной для вас обстановке. И это также идет. Кашель пошел. Что-то должно выйти. А если мешает, энергетический разрез делаете, например, лют на горле, чтобы не вытаскивать через рот, программу тащить, а вот именно на горле сделала разрез и быстренько вытащила комок. Вот. Потом начали работать дальше, слева направо, по бокам делай, лови. Не страшно. Добрый. По деньгам мы запустили. Очень хорошо запускать по своему жизненному потоку на восстановление. На очищение. О, хлорки. Прикольно. Добрый. Прикольно. Я говорю, каждый воспринимает так, как ему удобнее. Энергию, информацию. Тоже как дымку белую вижу. Угу. Запах картинки елового леса ранним утром осенью. Ирина, я вот тоже, знаешь, когда вот эту вот энергию, ну, у меня почему-то природа, да, но вот именно связанная с водой. Как будто на берегу озера. Так интересно. Я говорю, у каждого свое, у каждого человека свой цвет энергии. Вот. А сейчас, видимо, идет очищение поля и лес, да? Сейчас, видимо, идет очищение дорог, открытие дорог, путей. И именно это происходит на уровне первопричины, откуда это пошло. Пустыня Марева, как перед миражом. Угу. Ладони горят. Танюш, когда ладони горят, нужно к себе их поприкладывать. Слюноотделение сильное. Марина, вот ты написала, да, я поняла, что у меня то же самое. Нос чешет, все к деньгам это. Ага, но это потом. Я сейчас просто не буду смешивать энергии. Пока идет вот так вот. Идет. Что сейчас происходит? Открытие дорог, то,
то, причем могу сказать, но это как обычно у всех у вас дороги перекрывали ваши близкие, люди, родственники. Белый дым с запахом горелого. Жень, это чистка. Интересно идет, да. В ладонях были очень сильные вибрации, как будто ток пропустили. Открытие дорог и восстановление достатка. Вот так вот, скорее всего, вернее. А я думала, почему дорогу вижу? Да. Запах грозы, вот. В ступнях в центре заколола. Пробку дерни. Сильное жжение в области желудка. Энергетический пылесос берем и грязь, боль, негатив отсасываем. Подташнивать начало, да, есть такое. Идет присказка, как из сказки «Марья Моревна, лесная королевна». И слушай, я такую не помню сказку. Грудь сдавила. Четвертую чакру лепестками открываем. Я говорю, работает очень мощно. Понятно, что не очень приятно, но так оно быстрее выходит. И то, в любом случае, всегда в комфортной для вас обстановке. Вибрация в голенях, покалывание. Очень мощно идет, да. Через ступни вверх на уровне короны обратно идет вихревение. Потоками вниз. Он реально вот по телу уходит. Если нужно выше, да, как я уже говорила, потоки ваши, жизненные, денежные, здоровье. То запускаете по своим потокам. На восстановление, очищение, чтобы никто, никакая зараза не мешала. Кончик языка щиплет, небольшой, не менее. Марин, да, тоже есть. Мочевой пузырь задавила, замечательно. Вторая заработала, это желание. Пусть чистится. Ага. На автомате, я же говорю, Люд, все на автомате всегда идет. Тело вибрирует левостороннее еще мощнее. Собирает меня в кучку. Оптимизм появился, ну как у тебя быстро. Все это хорошо? Это очень хорошо. Что мне еще понравилось? Канал достаточно многогранный. И пошел выход сущностей. Вот. Он примерно делает то же самое, что и луч свободы, но работает именно на земном плане. Очень хорошо, быстро, достаточно. Луч свободы он помягче, и он работает и на земном, и на астральном, на космическом. А этот конкретно на земном. Мытари, сущности земные, неупокоенные покойники. Жестковато, но не страшно. Начала болеть селезенка, левая почка. Пшеничник немного напомнила. По-женски, хоть и сильно. Ну, работа идет с каждым из вас так, как вам это нужно. Никогда не забывайте, даже если вы будете работать с клиентами и одновременно с собой, работа будет идти разная. Хоть как.
Почки тянет. Эту энергию очень хорошо открывать, когда работаете с некротикой. Очень хорошо будет вытаскивать. Но одновременно нужно будет что-нибудь смягчающее из воды. Я, например, когда начала работать, я открывала серебряную каплю. Вот, у вас может пойти что-то другое. Первое. Голеностоп правый. Тань, оковы снимай и гвоздь из голеностопа вытаскивай. Года три стоит уже. Вот. Я говорю, разносторонняя энергия. Работает очень хорошо по карме. Именно первопричину убирая. По финансам, по дорогам, по некротике. И в самом конце пошла информация. Зуд в макушке у меня, да, тоже как танзура. Мурашки бегают на здоровье. Горло. И горло тоже. Что самое интересное? Можно с помощью этой энергии снять печати, кармические печати, которые были наложены в прошлых жизнях. Нищета, плохое здоровье, плохие семейные отношения, отказ от будущего, отказ от денег, то, что мы давали где-то в каких-то храмах. Без разницы. Горло, да. Вот. Отказ просто элементарно от счастливой жизни. Обеты. Зароки. Пархиза, это у всех есть. Даже у меня. Это есть у всех. Снимаешь один пласт, поднимается другой. Меня на смешок потянула щекотка. Эй, как только оковы сняла. О, молодец. Не знаю почему. Еще хлеще, чем снял. Люд, ты про что? Не въехала я. Почему-то сейчас не по деньгам пошло про пласт. А, ну это да. Это да. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Макушка шевелится, ага. Почему-то пошла программа на снятие безбрачия. Горло. Это безбрачие, можно сколько угодно выходить замуж, жениться, но счастья не будет. Вот, а именно сейчас пошла вот эта вот программа. Это вторая, четвертая, шестая. Будет работать 6-7 часов. Можно и нужно пить воду. Тяжело дышать, что-то с ногами. Дышать тяжело. Реально, ребра поджимает.
Помыться охота стала, чтобы все смыть. Замечательное желание. У меня руки уже липкие. Голову придавливает. Угу. Охотно верю. В восторге от этой энергии, теперь на слезки. Я сама в восторге, потому что силища неимоверное. Я говорю, она пришла очень быстро. Название, работа, все, пошли вкалывать. Так интересно. Какие-то энергии постепенно. Вы знаете, да, я уже давно начала энергии открывать. Какие-то я вообще, в принципе, даже не озвучиваю, потому что они слабенькие, мягкие. Может быть, для кого-то они бы и подошли. Ну, зачем? Вот. А эта энергия, ну, вообще без комментариев. Посвящение. Кисти рук болят. Стряхивай, Оль, стряхивай. Вот как вот воду стряхиваешь для защиты. В общественном месте можно выступать. Ну да, почему? Пойдет, очень хорошо пойдет. Будет отталкивать, еще и чистить. Но, опять же, свет, нужно к ней привыкнуть. Потому что действительно энергия очень сильная. Может начать подколбасивать. Попила воду сладкую, ну, замечательно. Левый висок, шея слева давит. С виска, саадат, пробку выдергиваем. Чтобы быстрее энергия пошла, вычистила. Интересно. Я хотела по деньгам поработать, доработать сегодня. По печатям. А пошло по безбрачию. Хотя это, вы знаете, да, это не моя тема, я поэтому вообще не работаю. Это у нас Галина Михайловна больше. Левая рука болит. Стряхиваем все и пылесосом работаем дополнительно. Щекотит стопы. Позвоночник крау. Глаза придавило. Уши начали гореть. Глазки фантомными пальцами по всему глазному яблоку внутри собрали, провели, собрали грязь, стряхнули. И так несколько раз до тех пор, пока не прекратилось. Стягивает через ноги. Угу. Натуль, у всех по безбрачию. Но по сути, да, у нас нет счастливых семей. У нас реально нет счастливых семей. Практически. Как не тяжело это признавать, но тем не менее это так. Где-то кто-то кого-то не понимает. И идут программы. Те программы, которые ставятся потом на детей, на внуков. Они остаются. Если их не ковырять, ничего не делать, они сами не уйдут. Коленки. Угу. Лен, опять же, коленки, да, это движение вперед, это ноги. Легкое движение вперед. Так, сейчас скажу, куда посвящение. Так. А посвящение, по-моему, у нас будет уже в июле. Да, 1 числа. Посвящение в Марево 1 числа. Марево. Вторая, первая. И, как обычно, всегда любой энергии, какой бы вы ни работали, обязательная работа идет по чакрам, по схеме сеанса космоэнергетики. Она просто шикарная.
есть видеозапись в группах у меня, по тонким телам, по органам и по каждой клеточке вашего тела. И она так интересно впитывается и потом вытаскивает. Даже не так вытаскивает, сейчас скажу, как будто капельки смолы, грязи выдавливаются. Так, между лопаток горит, вытягивать и сбрасывать. Между лопаток, это смотрите, это четвертая чакра. А сердцем напрямую работать не нужно никогда. Со спины лепестками открываем чакру лотоса и аккуратненько чистим. По записи жука это, конечно, без проблем, как обычно все. По записи можно принять. Это практика рабочая. Я, конечно, понимаю, что мы зацепили только краешек, но тем не менее, работа энергии идет и будет идти. Чем чаще вы будете открывать то, что вам нужно в записи, тем легче вам будет. Точно так же под эти записи можно ставить воду, она будет точно так же заряжаться. Вот. Тяжеловато немножко. Ну, куда деваться? Работа у нас такая. Да, да, на позвоночник. Угу, давление пошло. Очень быстро работает. Результат очень быстрый. Я сама была очень удивлена в этом плане. Не ожидала я такой мощи, вот честно говорю, не ожидала. Я помню, такая мощь была только больше 20 лет назад в космоэнергетике. Они так тяжеловато шли. Сейчас уже как бы это прошло, рассосалось. Вот. А вот эта вот энергия почему-то взбудоражила все. Интересно. Смотрю на клавиатуру в 3D. Сколы сводить стало. Лют тоже есть. Название странное. Марево. Угу. Можно сказать, да, что странное. Пошел канал и пошло сразу название. Обычно я думаю, как назвать, что, а тут конкретно марило все. Оно как наподобие тумана работает. Это, знаете, как переход на грани. И сразу пошел, у меня пошел, что с этой энергией, вернее, эта энергия идет очень хорошо с Чернобогом. Вот. Ну, заложила. Угу, подошвы горят. Последнее время плохо энергии чувствую, это сильно. Я говорю, реально сильная энергия, но, Кристин, вчерашнюю запись посмотри, вебинар. Я как раз об этом говорила. Не с ног все ноет, так и не проходит. Свет, стряхивай. Стряхивай, ногами тряси, руками тряси и помогай себе пылесосами, энергиями подчищать. Потому что само оно будет уходить, ну, достаточно долго. А если просто открывать энергии, результат будет не очень большим. Нужно самому себе еще что-то делать, больше всего практики. Я медитации, мягко говоря, не люблю. Знаете, да? Они у меня превращаются в практики. Что-то делать. В области желудка холод пошел. Разрез энергетический. И вычищаем горло. Ну, у меня тоже, слышите, да? Я хрипела, нос заложила. Угу.
Канал Марио. Вот. Печать безбрачия. Естественно, как обычно, как любой канал. Он работает не только с вами, но и с вашим пространством. А все мы знаем, что когда у нас есть какая-то программа, и мы находимся на своей территории, на любой территории, идет невольное распространение на вещи, пространство, постель особенно, мы там достаточно много времени проводим. Поэтому под этой энергией идет очищение всего вашего пространства, где вы находитесь. Будете работать с собой, этой энергией. Работа по-любому будет идти по вашей квартире, дому, по вашим близким. Ощущение, что я увеличиваюсь, границы расползаются. Есть такое, да, иногда. Можете эксперимент провести на всех, на различных сеансах. Энергии работают по-разному. После сеанса можно прибавить примерно до 500 грамм. А может наоборот уйти вес. И вот попробуйте даже, да, для себя лично перед сеансом взвешаться, после сеанса взвешаться, через полчаса, через час. Вес будет прыгать. И это не зависит от весов, абсолютно нет. Вкус соли. Ой, а у меня томат, вот томатный сок. Солененький он, да, тоже такой вкусненький. Вот так вот. Интересный, да, канал? Реально я с него тащусь, это слов нет. Интересная работа, мощная очень работа. Понравился, интересный. Ну и слава богу, будем работать. Итак, энергии будут работать в организме еще 6-7 часов. Это не значит, что они будут открыты. Нет, энергия работает недолго. Долго она не задерживается в здоровье. Просто тот процесс, который мы запустили или запускаем, он продолжается. Поэтому, если вы примете сейчас душ, это будет, ну, просто супер. Смоете то, что почистилось, потому что канал очень сильно чистящий. Позвонить колокольчиком. Молодец. Молодец. На здоровье, на здоровье. Благодарю, Наталья, ты волшебница. Ой, спасибо, я такая. На здоровье, на здоровье. На здоровье. И я вас люблю, благодарю. Всем пока.